Привет-привет! Мы на канале Миралиса и Саша. Сегодня мы приехали на море. В отель Green Max. Билет, да. Вот пришли, еще не заселились. Нас вот отправили на завтрак. Это отель. Это гигантский бар. У них тут пол территории отеля занимает. Там вон водные горки, бассейн. Сейчас пойдем знакомиться с территорией отеля. Но мы пока не в номере, мы с вещами своими, поэтому, наверное, так пробежимся пока по-быстренькому. Ага, посмотрим на горки, на бассейн, на бары и что там еще есть. И умоемся перед этим, да. А у нас за отелем есть. В общем, мы так и не дождались, когда нас заселят в номер, и решили утопить Сашу. Она зовет на помощь, а никто к ней не плывет. Да. Вот Алиса. Папа, идем. Идем. Куда? Куда? Идем плавать. А ты на канал снимаешь? Ну, конечно. А куда же еще? Сашка, вот будешь вот так вот висеть там, я тебя вытащу, пойдешь греться. Наш Green Max. Коровы небоскреб. Иду, иду. Все, пошел я, в общем, с детьми нырять. Молодец. Только после этого вода в нас попадает. А надо, когда ныряешь, выдыхать носом из себя. Мне кажется, должно помочь. Снимаем про наш номер. Вот это вид с нашей лоджии. Тут есть столик, два стульчика. Там, правда, еще 4 лоджии соседей. Но ничего, переживем. Полянка тут перед нами, елочки, крыша. Вот такое у нас тут большое окно во всю стену. Какой-то шум с противоположного отеля. Это газонокосилка работает. Так, заходим. Это вот хозяйская спальня, мастер, так сказать, бедрум. Тут у нас огромная площадь со шкафом, есть манеж и 3 кровати, 2 тумбочки, картина на стене. Жена есть. Жена иногда бывает тут. Телевизор огромный какой-то тут, не знаю, как это назвать. Зеркало, очень круто. Тут метров, я не знаю, метров 20, наверное. Комната. Потом у нас есть туалет в мастер-бедруме. Там сейчас закрылась Саша. Это входная дверь. Она выводит во дворик такой. А это детская комната. Вторая. Тут 2 кровати. Ну, мне кажется, просто 2 стандарта. И когда приезжает семья, это фэмили. Возможно. А мне понравилось. Саш, ты чего? Шикарный тоже. С мраморным полом. Санузел. Это наш туалет. Да, это детский туалет. О, да тут еще и сиделка есть. Такой кондиционер у нас. На полу тут плитка, а в комнатах ламинат. Ой! Поворачивай ручку, Саш. Открывай. Да уж открылась уже, что не открывается. Так, ну вот, слышите? Шумоизоляции зато нет никакой.
Это же прозорливо. Ну, нет уж шумоизоляции за двери. Помогите мне. Туалет. В общем, вот такой номер. Шикарный, я бы сказал, номер. Вот Саша, и гул пропал, который маму волновал. Нет, давайте. Пропал. Да, давайте посмотрим, что у нас вот тут. Ха-ха-ха. Две я лавочки. Соки вытащила, три сока. Три сока и ни одной правда, бутылочки пива. Микрос нам в помощь. Ничего нету. Ну и ладно. Мама, на этой большой кровати вы с папой будете спать? Тут кто? А там мы с Лизой, тут кто будет спать? Никто у меня здесь не будет. Ой, я просто думала, как вы туда плавить. А тут кто-то будет плавить. Тут перевернушку. Вывернушка там будет спать. Да. Привет-привет. Привет, я на канале Миралина и Саша. Сегодня у нас второй день. Вчера мы были не выспавшиеся после самолета, очень уставшие и почти ничего не снимали. Сегодня, я надеюсь, побольше поснимаем. Сейчас уже время, между прочим, 12 часов, открылся снэк-бар и уже можно есть мороженое. В этом отеле не как в прошлом. Тут не каждый, не постоянно можно есть мороженое, только в определенные часы. С 12 и до 3, по-моему. И то, если все не съедят. Знаете, какое у меня мороженое? Не, они докладывают, нормально. У меня манго шоколад. А у Алисы манго-ваниль. А у мамы тоже манго-ваниль. Да? Было, да. Было, нет. Мы пришли в бассейн. Бассейн пришли. Всем привет, друзья! На канале Миралина и Саша. Алиса и Саша на еду. Я иду, и мы пошли в ресторан. Да, в общем, сегодня нам дают клубнику тазиками. Взяли чуть-чуть. Мама с Алисой пошли за едой, а мы с Сашей сидим и ждем. Наш ресторан. Все уже переплакали. Да, все, может постреляем, может еще. А, уже все хорошо. Пойдем, вот же пошли. Итак, давайте поставим. Ой. Все, мы это прямо на пути. Итак, давайте поближе. А как мы будем целовать лягушку? Итак. Ну, как будем целовать лягушек? Муа! Смотрите, когда мы находим лягушку, сразу будем как муа-муа-муа-муа целовать, чтобы расколдовать. Понятно? Ой, Паша получается у вас, ребята. Давайте еще раз. И муа! А когда найдем настоящую, будем целовать. Да? Итак. Ну что, принцы, принцессы, королевы, королевичные, пошлите. Пошлите. Я буду говорить, и поехали дальше. Смотрите, от нас жаба, 6 жабок, 6 волшебных разноцветных жабок. Мы нашли одну. С вами сколько осталось найти? 5. Смотри, как это все. Ой, что так тихо, ребят? Конечно. Проходим мимо. Итак, кто мы такие? Воу, ручки еще! Воу, мини-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 
все поднимаем ручку еще выше.